начинаю видео о вязании спицами и крючком, и не только. Сегодня я покажу, как вязать цветной ажурный шарфик из акриловых ниток. Для этого нам понадобятся сами нитки, крючок номер 4. Для этих ниток нужны спицы и крючок номер 4, как здесь написано. А также перед глазами нам нужно будет иметь постоянно такой вот узор, чтобы не пропустить ничего и не сделать какую-нибудь ошибку. Нужно иметь всегда это описание под рукой и держать перед глазами, чтобы не сбиться. Шарфик состоит из двух частей. Одна часть 69 сантиметров и 55 рядов. Это примерно. И вторая часть тоже, которая привязывается к одной стороне. Вот мы начинаем отсюда первую часть и продолжаем в таким вот узором. И вот здесь мы заканчиваем. Я покажу, когда будет ряд, где по два столбика с накидом. Это будет легче закончить ряд и вывязать на конце пико. А сейчас просто запоминайте этот узор. Чтобы вязание было не скучным, давайте сделаем несколько упражнений для ступней. Раз, два, три, четыре. Подвигаем ступнями. Себя чувствовать и избавляют от боли в коленях, если у кого есть. Ну а сейчас настало время выпить кофе. Кофе брейк. Кофе очень хорошо сочетается с сыром. Мне очень нравится такое сочетание, советую и вам. Налила я себе кофе из Италии, лаваза. Оно имеет среднюю крепость, также шоколадный вкус. Очень вкусное, я думаю, и также вам советую. А пока пьем кофе, не забудьте поставить лайк под этим видео. Палец вверх. Также можете подписаться на мой канал, если вам понравилось, потому что я буду продолжать выкладывать видео о вязании спицами, крючком и не только. Желаю вам приятного просмотра. Итак, начинаем. Приступаем к работе. Принцип вязания этого шарфа такой. Узор состоит из 12 узор состоит из раппа
рапортов. Каждый рапорт имеет 12 петель. И в конце ряда надо набрать одну петлю для симметрии. В моем случае 4 рапорта по 12 петель. Это получается 48 петель и плюс одна петля для симметрии. А сейчас я вам покажу, как надо начать с первого ряда, сколько надо набрать петель в цепочке и как начать вязать, чтобы не ошибиться. Это я написала для англоговорящей публики. Узор состоит из обычных воздушных петель и столбиков с накидами. А сейчас я вам покажу пример, как набрать правильно начальный ряд. Нам надо набрать, например, 2 рапорта по 12 петель, плюс 1 петля для симметрии и потом 3 петли для подъема для следующего ряда. Значит, нам надо набрать 24 плюс 1 25 и плюс 3 28 петель надо набрать. Значит, нам надо набрать всего 28 воздушных петель. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 21, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. И в 10-ю петлю мы вяжем столбик с накидом. Вот здесь вот начнем. Так, мы отсчитали 9 петель и в 10-ю ввели крючок. Сделали накид и вяжем столбик с накидом. И дальше идет все по рисунку. Начинаем вязать 4 столбика с накидом, в эту же петлю цепочки 2 воздушных петли и 4 столбика с накидом в эту же петлю цепочки. 2, 3, 4, 2 воздушные петли и опять 4 столбика с накидом.
Вот у нас получилось начало ряда. Так, дальше вяжем 2 воздушные петли. Раз, два. И отсчитываем здесь. Раз, два, три, четыре, пять. 5 петель, и в шестую вяжем столбик с накидом. Раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой. В шестую петлю вяжем столбик с накидом. Идти дальше 2 воздушные петли. Раз, два. И отсчитываем опять. Раз, два, три, четыре, пять. Отсчитываем 5 петель цепочки и в шестую вяжем 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли. И опять 4 столбика с накидом в эту же петлю. Вот я отсчитала 5 петель. В шестую вяжем 4 столбика с накидом. Две воздушные петли, и опять в эту же петлю вяжем 4 столбика с накидом. Потом повторяем, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 5 петель и вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, столбик с накидом. Дальше перевернули вязание и вяжем 3 петли для подъема. И чтобы у вас было, у меня здесь был 1 столбик с накидом, и 3 петли для подъема будет считаться как столбик с накидом. Потом, чтобы над вот этой аркой 4 столбика с накидом и 4 столбика с накидом было у вас тот же узор. Так, мы здесь будем вязать, значит, еще один столбик с накидом. Смотрите по рисунку. Если у вас здесь было 4 петли, 4 столбика с накидом, то в следующем ряду над ними должно быть по 3 столбика с накидом. И между ними 2 воздушные петли. Здесь мы вяжем
3 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Потом 2 воздушные петли. Здесь у нас один столбик был, значит, вяжем такую галочку над одним столбиком, вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с накидом в эту же петлю. Вот так у нас должно получаться. Дальше 2 воздушные петли и здесь по 3 столбика с накидом. Две воздушные петли и опять 3 столбика с накидом. Теперь 2 воздушные петли например здесь в конечный ряд, два столбика с накидом. Смотрите всегда по рисунку. Так. Да. У меня вот этот вот ряд сейчас получился. По 3 столбика с накидом и в конце 2, как 2 столбика с накидом. И так дальше. Видите, как важно смотреть на узор постоянно, чтобы не перепутать, что зачем нужно вязать. Рассчитайте сами, сколько вам петель нужно, какая ширина шарфика вам нужна, и вяжите по рисунку. Так, начало положено. Теперь я вам покажу, как надо закончить одну сторону. Это мы вяжем, не забывайте, мы вяжем сначала одну сторону от середины. И закончим, и должны закончить вот здесь, на этом ряду, где будет по 2 столбика с накидом, 2 петли и 2 столбика с накидом в арку. Это будет последний ряд, где можно будет сделать пико, закончить с пико шарфик. Так, я вам сейчас покажу, как надо заканчивать вот этот ряд. Сейчас я вяжу, довязываю предпоследний ряд. Вот связала 1, 2, 3 столбика с накидом здесь, 2 воздушные петли и отсчитываем 2 петли цепочки. 1, 2, 3. Вяжем
столбик с накидом. Смотрим здесь. Вот этот, допустим, я ряд вязала. 3 столбика с накидом. И у нас здесь должно получиться, как в начале, да, 2 столбика с накидом. Как в начале, так и в конце. Вот так. И теперь будем вязать, где по 2 столбика с накидом. Переворачиваем ряд. Переворачиваем вязание. И теперь вяжем 3 воздушные петли для подъема. Это считается столбик с накидом. И должно их быть здесь всего 3 столбика. Значит, еще вяжем 2 столбика с накидом. Да, видите, здесь тоже показан. Здесь можно уже начать вязать пико. Значит, связали 2 столбика и вяжем 3 воздушные петли. И делаем соединительный столбик. И вяжем 3-й столбик с накидом. Так у нас пико получилось. Потом 2 воздушные петли в арку, столбик с накидом. Смотрим. Еще столбик с накидом. Раз, два. 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом в ту же арку. Вот такое окончание ряда у нас будет. Раз, два. Вот видите, я уже сделала ошибку. Это неправильно. Сейчас мне надо будет распустить до этого места и связать заново. Вот я перевязала в это место, теперь связали столбик с накидом, 3 петли воздушные, соединительный столбик и столбик с накидом, 2 воздушные петли. Столбик с накидом, 1, 2, 3, 3 воздушные петли, соединительный столбик для закрепления, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, соединительный столбик
для закрепления столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик соединительный для закрепления, столбик с накидом, 2 воздушные петли. И так дальше до конца ряда будем вязать. Вот этот вот ряд, где по 2 столбика с накидом и пико из 3 воздушных петель. Вот я подошла к концу. Заканчиваем так. 2 воздушные петли. И здесь в конце должно быть 3 столбика с накидом. Но мы еще провязываем 3 воздушные петли, закрепляем соединительным столбиком и последний столбик с накидом. Вот. И теперь заканчиваем вязание. Обрезаем нитку. Вот такой край у нас получился. А теперь продолжим вязать другую сторону шарфика. Перевернули вязание. Вот отсюда мы начинали. И теперь вот это начало. Переворачиваем узор. И начинаем вязать наш шарфик дальше. Вяжем 3 воздушные петли для начала. Так, где наш узор? Вот 3 воздушные петли и 4 столбика с накидом в эту же петлю. Раз, два, три, четыре. Так, 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Раз, два. И над предыдущим, и над столбиком предыдущего ряда вяжем столбик с накидом. Потом 2 воздушные петли. И вяжем 4 столбика с накидом над рядом таким же, где было 4 столбика с накидом. В общем, зеркальное отображение. 4 столбика с накидом. Раз, два, 2 воздушные петли и опять 4 столбика с накидом.
три, четыре. Так вяжем до конца ряда по рисунку. Вот мы подошли к концу ряда. Здесь у нас было 3 воздушные петли и 4 столбика с накидом в начале. И также мы здесь вяжем в конце 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. Переворачиваем шарфик, вяжем 3 воздушные петли. У нас было 5 столбиков с накидом, и теперь вяжем по рисунку. Вот здесь у нас 5 столбиков с накидом. Дальше следующие будет 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом в эту петлю. Раз, два, три, четыре. Вот мы провязали эти столбики, и теперь продолжаем по рисунку. Так. А я тут петлю, я тут один столбик пропустила. Переделываю сейчас. Вот я перевязала. Значит, у нас будет 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Теперь 1, 2, 2 воздушные петли и вяжем. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с накидом. Это мы провязали вот этот ряд начали вязать. И теперь дальше 2 воздушные петли и по 3 столбика с накидом в эту арку. Так. 1, 2. Теперь 3 столбика с накидом. Раз, два, 2 воздушные петли и 3 столбика накидом. Итак, продолжаем до конца ряда. 2 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли, столбик. Это мы связали в один столбик предыдущего ряда. И так будем вязать дальше по рисунку. Поэтому для этого шарфика нужно иметь постоянно этот узор. И когда будете заканчивать, будете также заканчивать как другую сторону.
по этому узору. Вот такой шарфик у меня получится, и он очень подходит к моим митингам, которые я связала в прошлый раз. Надеюсь, мое видео понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И также пишите комментарии, если вам что понравилось или что не понравилось. Также можете написать и на английском. А теперь желаю вам всем здоровья и до новых встреч. Пока-пока!